Давайте пойдем смотреть батты вообще на нарезки, блядь. Самые кайфовые, лучшие галактические Барона нарезки. Барона Москвичка. Тараканий стрим, дамы и господа. Почему таракани, интересно? Вот сейчас узнаем. Я прочитал уже комменты. Нарезка за 20-й год. Ага. Но вышла она 2 дня назад. Свежачок от Вороны Москвичечки. Готова, Аня? Готова, конечно. Я ворона. Вот тут На. Я реально думал, ворона Москвичка, это с тобой связано, потому что ты воронина из Мы Москвы. Мы уже шутили, да. Да. Запомнила, больше ничего слов нету. Я ворона, блядь. Давайте поздороваемся со всеми. Просто жесть, привет, Афинка. Просто привет. Жесть, здорово. Вот, всем Навальный. Привет, Навальный. Навальный. До нервного срыва 2.5 часа. О, тут таймер, как это, да. Знаете, еще если цоканье и музыку оставить на протяжении всего видео, будет как у Ханс Циммера, этот, как этот, с самолетами фильм был. Забыл. Недавно вспоминал. Дюнкерк. Да. Надо, чтоб накал шел. Салатики. Не накал, а кал. Ну, весело пока. Нервный срыв не намечается, как будто даже... Ой, тут ей дали шампанское открыть. Да, она же любит открывать шампанское. Поэтому она, видишь, Даша такая, веселая сидит. Да, добренькая. Это нарезка для фанатов Sims 4, потом поймете почему. Окей. Вуаля. Опа, какая, опа, какая жопа. Даже ее так выделила чуть-чуть. Да. Рамштайн, это у нас фанфурика. Да, но тут... Фанфурика нет, он любит эти... Да, это... в общем, 5 минут видео. Губки надо подкрасить. В прямом эфире смотрят, вот. Да. Так, но мы продолжаем. Сколько их в прямом эфире смотрят? Заявки, сейчас посмотрим. Интересно. Да, ой, дельфинчик посмотрим. Какой милый, смотрите. Посмотрим. Это уже считается за нервный срыв? Нет, еще нет. Нервный срыв — это когда она начнет дельфинчику, как в прошлом видео, голову отрывать. Да. Люда, пойдем танцевать? Пойдем, конечно, танцевать мы пойдем. Шурик, пойдешь танцевать? Пойду. Ну все. До нервного срыва 2 часа. Уже 30 минут скипнулось. Ну, интересный ход с нервным срывом. Черри-черри-леди. Между прочим, Людмурик черри-черри-леди. Смотрите, она у нее такой парик, такое платье, такое ожирение. Прям черри-черри. Такая немножко под гнившая вишня. Ну да, черри-черри, это вишня есть. Да. Я бы все бы отдала, чтобы так научиться. Бог блейзера, вот я бы все отдала, чтобы так научиться. Пошла учиться, да. Ну-ка, оп. Ну, похоже, кстати, в перемотке. Ну, там видео, кстати, было. Габзавр еще должен был хуем к жопе ей прислониться. Там на видео так было. Ну, похоже, на ускоренный. О, как она ножками. Оп. Она как будто в бахилах танцует. У нее как будто еще открытый перелом будет от таких мувов. Сколько стоит звонок? 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей? Мы получаем фанфурика, ему звоним. Да за что 10 тысяч? За звонок фанфурику, нихуя. Воу. Прикольно, если фанфурик еще трубку не возьмет. Он у нас на стриме сидит. Звонок фанфурику 10 тысяч рублей. Блин, дешево 10 тысяч рублей. Нормальная тема, я бы задонатила. А он потом не возьмет трубку. Мы его простим, уже на стрим позовем. У Людмилы еще с 2020 года. Видите, ее ошейник. Ее кибертехнологии. Где? Ну, видишь, у нее 2 заколки. А, и она вот всегда так вот так 2 заколки делает. Да, тут 2 заколки и парик. Да. Ну, и этот, точнее, как это? Как это называется? Ободок. Ободок, да. Да, заказал. Как она любит дельфинчика. Успокойся, Шурик. Какая Шурик? Девушка. Фу, ебать, что у него за кот. Ну, это реально кот на вид, вот, которого любят прям. Кот на вид, которого любят? Да. В смысле? Ну, потому что игрушка, когда она выглядит свежей, чистенькая, ее не любят нихуя. Угу. А когда ее чуть ли не из жопы достали, значит, она, блядь, всю жизнь с тобой по жизни двигается. Ее жалко выкинуть. Какая девушка! Возможно, это первая игрушка Габзавра, и он ее очень ценит. И я бы выпила пиво. Ого, она стучит сегодня. Прям, я не знаю. Шурик, а ты? Я тоже. А твой котик что говорит?
Затя, куда пропала эту шалюха Катюха, а? ЕБУ, ты, наверное, ее сейчас в чите. Ой-ой-ой-ой-ой, опять этот нехороший, я еще его открыл, а он гадости пишет. А Людмиле-то весело. Ну это нервный срыв, наверное, начинается. 30 минут, уже так зачатки, быстро скинулось. Зачатки, зачатки, зачатки. Уф, какие тити. У кого из них? У Людмурика. Это мой дельфинчик Шурик. У дельфинчика как будто между глазок оливки. Познакомьтесь. У нас сейчас из домашних животных только тараканы, да, Люда? Какие у нас тараканы? Сейчас из домашних животных только тараканы, да, Люда? Только тараканы. Ну вот он и нервный срыв подошел. Готовимся! Сейчас будет бомбеж. Вот. Какие у нас тараканы? Тараканы, которые бегают везде там. Ты что, ебанутый, что ли? Какие? Где тараканы ты видел? Спалил. Ну, не знаю. Может, они мне приснились. Вообще, покажи мне хоть одного. Если моль только. Ну да, да, моль. Моль. Моль летает. Спалил тараканик. Началось. Все, задумалось. Молодой, не, еще не началось. Тараканища. Закинула 100 рублей, пишет. Хреновенькая ты хозяечка. А, Людочка, тараканы ползают. Ты же женщина, должна все чистоте. Вот с твоей подачи, смотри, пошли. Нет, это мне еще со старой квартиры, видимо, тараканы привиделись, и я их до сих пор не могу забыть. Нет у нас тут тараканов. Покажи мне одного таракана, я тогда тебе в рот засуну. Да, вот покажи. Правильно. С твоей подачи все пошло. Вот бы таракана нет, в рот. С твоей подачи пошло. Тараканы, ряд хитер. Ты ебанутый. Да я пошутил просто. Ты следи за своим базаром, не следи, блядь, это. Покажи. И главное мне, это не я хозяюшка, это этот хрен хозяюшка, блядь. Да, правильно. Это не ко мне, а к этому, если он... Да, хрен. У меня ничего нет. Да, хрен. Ну да, я знаю, Илья Кузнецов. Вот у Андрея такой язык, он просто для хохмы. Он не думая, ляпает, блядь, это все, а получается, что позорит. Да у всех дома бывают тараканы, что тут такого? Это же шутка просто. Какое место? Да я, ладно, не обращай внимания, я пошутил просто, не обращай внимания. Таймерок поставил для того, чтобы стрим закончить. Да, ну, видимо, судя по нарезке, еще очень долго будет. Да, да, да. Я вот сколько тараканов видел дома, он вообще у него это действительно реальные животные. Он их кормит. Если вы увидите хоть одного, я вам в рот его засуну. Вот с удовольствием. Я вам сразу засуну. Логично. Так. Что за бред? Да ладно, да не обращай внимания. Это же штука. Все. Мой миллионок пахнет луком, спит со мною с громким звуком. Надо б на сожителя брызгать освежителем. Я представляю, какой у тебя срач. Дед у Артема брызгался освежителем. Да, да, чтоб пахнуть вкусно было, было. Да. Ну, пахнет же вкусно. У свиней могут появиться тараканы. Попроси Катю, она поможет убрать со швабра же. Да нет у нас никаких тараканов. Надежда, Надежда. Андрей, Катюша говорила, что видела у вас дома тараканов. Забаньте Надежду, Надежду. Катюша ничего не говорила. Я хочу попить. У меня вот это в горле пересохло. Я не может, могу. Компотик? Трубы горят. Не надо мне компотик. Тогда хлебни вот. Топливо, чтоб Люда танцевала хорошо. Топливо. Топливо. Для нервного Люда, срыва топливо. Полстакана почти. Вот, уже видно, настроение-то сменилось. Да-да-да. Уже только тараканы в голове. Думать, а блин, позорюсь. А Людочка, почему ты такая грустная? Хочешь еще задонать на один клип, чтобы мы вместе потанцевали? Да. Вот. Да. Все, конечно, все, там вообще в голове страх. Там тараканы, какие у нас тараканы, блин. Или есть тараканы? Она так опозорил нас на всю страну опять. Да-да-да, не отмыться опять. Теперь от позора. Что-то надо, блядь, говорить, ненавижу всех. Даже... А я еще бонусом Людочке полстаканчика пива тогда накапаю, да, вот, чтобы у Люды настроение поднялось, да, Люда? Ну ты же хочешь еще? Ты мне чуть-чуть вот на один глоток, блин, это вот все, я даже еще не попробовала, ну, блин. Блин, Леди Гаг, ну давай вот за твое здоровье, хочет попробовать. За твое здоровье, вот, ага. Люд, вот, вот тебе еще, вот, большой полстакана, вот, даже больше полстакана. Люда, скажи спасибо Леди Гага, она нам все-таки вон... Клипы заказывают хорошие. Чуть-чуть вот Люда, ну вот считай, полный стакан тебе пива от Леди Гаги. Вот тебе тогда полстакана. Жалко, да, ее? Хочет напиться, блин. Сын не дает напиться. Полстакана даже. Все, Люда,
Скажи, будешь танцевать, если Леди Гага еще клип закажет? И веселое настроение, чтобы было. Ебать, вот. Ну конечно. Нихуя она всосала. Да, она так быстро выпивает, что, конечно, ей обидно. Да? Да. Лю, ей будет веселое, вот. Она, ей просто пива не хватало для счастья. Танцуй, да, давай, Леди Гага. Пива не хватало для счастья. СОС. Для глади тебя. Фу, я думал, экран потух. У нас теперь центральный. Уф, ну хорошо. Есть какой такая стримерша, хорни. Вот так стримит на Твиче, кореянка какая-то. Вот так танцует всегда, только с сиськами на выкат. До Людмурику бы пошло. Так, что у нас так? Дальше у нас здесь. Надежда Михайловна, можно забанить? Кто пишет, троллит Люду про тараканов? А их, пожалуйста, баньте. Правильно, Люда? Конечно. Прикольно, они конечно. Обсуждают тараканов, потом идут танцевать, танцуют, садятся назад, опять тараканов обсуждают. Да-да-да. О, Крэш пишет. Крэш. Пиви не только тараканы. Тараканы. Это же обидно, Люда, или нет? Конечно, это все. Вот этого Крэша тоже забаньте, раз он такую гадость пишет. Бля, я из-за Крэша как будто вспомнил этот стрим, как мы его смотрели почему-то. Нет, да это не настоящий Крэш. Да? Ворона-москвичка! Аня куда-то убежала что-то. А я посмотрела там этот. Чё? Так, так. Алло! Таракан на микрофоне. Дарт Вейдер залетел на стрим на минутку. Да-да-да. Да, нервного срыва неизвестное количество времени. Ой, кто к нам зашел? Топарик, привет! Привет, и Леди Гага. О, вот оно о, что. О, да. Здесь и полумесяц. Сколько лет, сколько зим. Вот, столько у нас тут девчонок красивых. Мы очень прекрасных, рады. Вот, да. Мы очень рады, привет, мы очень привет, рады да. к нам зашли. Блин, помню, Sims у нас был крутой, когда мы Габзавров там делали. Когда-нибудь я верну все это. Придешь давай, со мной давай. Делать Габзавров? Приду. Ништяк. Настроение не покинет. И вот на СТС ее крутили. Ну, еще когда канал MTV появился у нас в России... Очень много раз. Надо там еще будет какой-нибудь типа Дубайск сделать в Симсе и Папича поселить. А Папича сейчас, кстати, на Бурж-Халифе показывали. Все реклама целая огромная. На серьезно? Все здание. Да, он такой стоит и написано «Кик». И рафланы летают вокруг него. Серьезно? Да, нихуя да. Себе. И говорят, все, Папич король типа Дубайска. Блять, прикольно. Эту песню крутили. Мне она тоже очень нравится. Спасибо. Да, хочу я похвастаться этим. А, Люда, покажи куртку. Куртку Люда купила вот на прошлом стриме. Сколько, за сколько порвать? Хорошие люди надонатили вот на куртку. Да. Показать. Ну-ка. Курточка у Люды. Ну, новая. Она, по-моему, в этой куртке гроб вот. Тащила свой по улице. Нет, раз, она в красном пуховике трубка, тащила. Вот. Сколько здесь? Стоит порвать? Вот сюда можно. Ну-ка. Вот карманы. И карманы да. на магнитиках. Ну, хорошая, да? Стоп, только для тебя... Как а у бабки куртка, так она бабка. Так бабка же. А то тебе еще целых 5 клипов. Ну вообще в таких куртках утром в больнице все бабки стоят. Подарок будет, вот. Либо можешь пиво за сколько заказать. Вы порвали? Люда, а покрутись. За 10 тысяч. Вот, такую за 100 рублей. Да, вот такая. Мы... Попка. Что-то не по-русски, не знаю. Да. Андрей, неплохое куртка из Дубайска, ребят. За 5 минут, не знаю, вот. Броуди за минуту. Вернешь? Да, верну Броуди. Сразу сейчас напишу Анечке. Люд, вернем, да, Ане, модерочку? Вот, Люда говорит, вернем. Вот. Нихуя она и не говорит, с правда. Сидишь. Да, Люд? Броуди круто, он и создает иллюзию. Все, сейчас посидим, пиво попьем или шампанское попьем и пообщаемся все. Вот, и все хорошо будет, да, так что, стопарик, если задонатишь, конечно, вернем. Все. Жесть без, она. Без балды, сейчас прям... Сразу на это. Симс, надо грустное настроение. Курточка, да, да, что только веселое было. Вот, да. Да, сейчас я напишу. Разблокировать пользователя. Все, разблокировал. Сейчас я Ане даже напишу, что я разбанил. Напиши, пожалуйста, Ане, будем дружить. Конечно, сейчас напишу. Людочка, садись. Все, напишу. О, грустная пришла. Да.
Скоро нервный срыв будет. Меня только не впутывайте в эти разговоры. Ну как у вас дела вообще? Где отдыхали? Да вот Люда все на даче ездила, да, к подружкам. За грибами до Люда ходила, без меня. А бабки? Нормально там живет. Блядь, а интересно, ее подружки знают о ее деятельности? Да, знают. Да, и как относятся интересненько? Не знаю. Ездила в бане, мылась, да, Люд? Вот, с подружками. Один из нас два, вот. Ля-ля... Возбужденная. А, розовым веником, а еще палочки бамбуковые такие. Вот налистались от души. 5 человек было. Налистались от души. Вообще травкой запарили на камин там. А вот сделай, Люда, установку. Тараканы в бане были, интересно? Чтобы он просрался. Он таракан усатый. Ну, Саша, смотри, люди в глаза. Таракан ты усатый, Саша. Пошло, пошло. Саша таракан усатый. С унитаза теперь не слезет. Вот Анна вот пришла к нам. А вот стопарик, принимай работу. Хорошо, бесплатно, вот, ну, не бесплатно. Бесплатно. Люда, все, тихо, пожалуйста. Не бесплатно. Стопарик сказал, сейчас либо шампанское, либо пиво закажет. Без видео тут. Просто вот музыка. Просто музыка. Грустная опять, да блин. Анну Броуди вернули. Легли сразу, все. Не нравится, как у нее все по цветовой гамме подходит? Смотри, даже браслетик нашла какой-то. Да, да. Подбирала. Да. Ожирение есть. Не одно даже. И брошка есть. О, нихуя себе у нее. Пьяный взгляд. Люда, пожалуйста, я тебя умоляю, мама. На чем с тобой договорить? Договаривайся. Все, мам, пожалуйста. Месяц не банил. Видишь, уже тебе дешь. Да, да, не будем месяц. Началось, да? Уже из-за Анны Броуди все. Да. Что говорить-то, когда вообще? Да, да, давай, стоп. Где твой донат? А он почему ее добавил? Она задонатила или опять на секс рассчитывает? Стопор задонатил. Я разбанил. Ладно, я тоже пойду, наверное, все. До свидания. Не хочу я больше. Все хорошие люди ушли. Ого! Шампанское! О, все, нервный срыв? Песенки, 3 девочки, 5, да, спасибо. Охуенно, гифка танцует. Ага. 2 шампанское, Люда. Господи, какая она несчастная. Бля, там же такой процесс в мозгах сейчас происходит, страшный. Спасибо, дорогой, спасибо, друг. Грустно. Жестко на пиво. Стопарик, друг, стопарик, друг. Это как будто место пива выпрашивает, стоять глазами грустненькими. Пиво хочет, пиво! Я уже знаю тебя как облупленную, так что мне не надо. Как это, в глаза смотришь, сышь, божья роса, вот как сышь все, и все брешь в наглую. Твоим словам, куш цена! Таракана раздавила. Только настроение изменилось за так долго. Ворона москвичка! Вот пусть Такаши к нам приходит. Ой, Людочка, ой. Это же вот как ты сказала, беляшек. Рыба называется. Ты сегодня это прям рыба. Хвалила. Ой, блядь. Как она называется? Хек. Хек. Хек, да, хек. Правильно звучит? Или кек? Кек. Кек. Говно напало. Хек. 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 Бля, она не троллится. Хек. Хек. Раньше хек, троллилась хек. На всякую чушь. Да. Сейчас вообще не ведется. Хек, ребят. Знаменитая рыба хек. Люда ее очень любит. Да я вижу все издевки. Это я все... О, шампанское любит открывать. Я сейчас откроет. Вижу, все понимаю. Ух ты, класс. Ну все, Людочка, держи. Где нервный срыв-то? Держи, поставь, я не хочу даже это шампанское. А, Андрей, скажи, люди, чтоб расслабилось. Тут все с миром, только позитив. Факт. О, сердитая. Я видела, как вы меня называли. Очко, очко. Кто это первый? Вот штук написала. Люд, очко. Это чё? Почему меня можно обзывать? Пришла, блядь. Никто не обзывает. Да? Ты посмотри, что это означает. Нет. Людочко. Посмотри, вот скрины, все, вот. Людочка. Сейчас покажу. А какое очко? Сраное, как у тебя жопа, блядь. Такое же очко. Блядь, еще себя сраной жопой, как у него обозвала. Блядь. Ага. Все, Людочка, давай у нас... Все, мирный, только тихий. Пришла... Людочко.
Людочко. Людочко. Ты сразу очко, блядь, начала. Кнопка Т9 просто сработала. Сейчас еще пиво попьем. Если ты шампанское не хочешь, пиво откроем. Бля, ну жалко, блин. Ни пиво, ни шампанское, не хочу я ничего. Людочка, держи. Пиво, хочу пиво. Вот. Хочу пиво, хочу пиво. Пиво, вот все, пиво. Я сейчас реветь буду, блин. Пришли антихристы, блядь. Просят, блядь, все люди уходят, блядь. Было хорошо все. Все хорошо было, блядь. Только тараканами троллили. Все было хорошо. Все, все, месть пошла, месть. Да. Работать против антихристов. Уничтожение. Ванечка, блядь, она в роге будет. Все, тихо, тихо. Коза драная, блядь. Не кричи, сейчас забанят. Мало тебя драли, блядь. Все, сейчас забанят. Из Сони Вегаса этот, обводка. Да? Подожди, сейчас. Пять мужиков драли, не отодрали, блядь. Все, не кричи, все. Коза драная, блядь. Успокойся, все. Пришла тут, блядь. Успокойся, Люда, успокойся. Сука. Давай, Люда, за Виктора Цоя. Знаешь, она как командир пришла, блядь, как команда. Еще, сука, мне будет указывать. А ты вот любишь над собаками. Люда, вы же не собака, чтоб вам командовать. Командовать, да, я не собака. Но ты привыкла командовать. И уже прям сразу заметно. Выпей то, выпей богатика. Я специально вот не люблю, когда мной командуют. Что захочу, то и буду. Хочу бокальчик, хочу вот стакан. И не надо мне хочу командовать. Пивасик. Ты, блядь, никто. Новый трек из Стасанки. Она обиделась на Люду. Хочу бокал, хочу бокал, хочу бокал, кал, кал, кал. Хочу пивас. Людочко. Людочка, очка, очка. Обиделась было бы на что. Сама написала очко. Очко! Можно забанить? Сука, сразу в бан идет, блядь. Сам ты лицемер, потому что я знаю, что ее ненавидят, блядь. Это, блядь, пиарщица ебаная, блядь. Люда, камеру не разбей. А все, Люд, забанили, забанили. Блядь, Люда, засадить бы тебе все, вот такую шишку, блядь. Люда, чтобы тебя разорвать. Нихуя себе. Люда, все, тихо, спокойно. Пьем пиво, отдыхаем. Хорошо. Все, не бомбить больше. Хоть бы у тебя разорвалось. Все, тихо. Хорошо. Чтоб у тебя хотя бы разорвалось. Люда, все, пожалуйста, успокойся. Засадить тебе надо по самую эту, блядь. Я бы деньги не пожалела. Заплатила, чтоб тебе, блядь, разорвало все, блядь. Внутренности. Я сразу говорю, я ее не люблю, всё. Потому что никогда она замуж, вот я как мужчина, ничего в ней красивого не нахожу. Прикинь, вот, Людмила может заказать разрывание манды у кого-то. Ей столько лет, ей 27 лет, ни ребенка, ни котенка, замуж не берут ее, блядь, это все. Вот, Хитан чуть не взял замуж Анну Бронсон. 40 лет, что ли, будет рожать? Да не, уже у нее детей никогда не сможет иметь. Блять, бурятка ебаная, блять, а? Че в ней хорошего, блин? Она же татарка вроде бы. Бурятка. Нет, о, это не Анна Броводи. Это она. Какие глаза, блин, какие раскосые глаза. Все это говорит о Бурятии. Сказал, может, ты сейчас... Ну, атака, Бурята, как вам? Говорит о Бурятии. Мы, ну, вот Людочка пошла. Осуждаю на всякий случай. У нас тут вон пустые... Люда, покажи, сколько у нас пустых бутылок вон. Ой. От шампанского. Люда, потанцуй под русскую водку. Оп-оп-оп. На пружинках танцует. Что-то уже разваливается. Ножки-пружинки. Ей как будто вот тут подошел бы звук скрипа. Пиво есть, да? Вот она, соска. Да-да. Соска. Пей, наливай. Соска. Не хочу, блин. Соска, да. Опился, соска. Блин, уже все. Потом не пьяй. Все, ладно, все. Когда Люда. Когда тебе, блядь, это вот... Ну ты опять начинаешь, ну пожалуйста, все, успокойся, я тебя умоляю, пожалуйста. Блокирует, почему она разблокирует? Ты можешь ей, ты как вот ведущий стрима, почему она разблокирует хейтеров? Да, да. Я почему? Подожди, не ори. Потому что заплатили. Когда два человека одновременно банят, какой-то один разблокирует. Эти школьники сразу на нее. Ты меня... Нет, просто... Ты меня не слышишь? Я уже говорил тебе миллион раз! Пожалуйста, давай без негатива! Без негатива, пожалуйста! Все, дай ушла. Мне делать свою работу, все! Я просто хочу делать свою работу, но ты мне не даешь ее делать! Жесть, щипнул, все, блядь. Соседи пиздец, конечно, соседям. Ворона-москвичка! Тук просит поставить песню. Ну это да, это не агрессивный щипок. Это щипок типа, мам, дай поработать. Поймем его, простим. Руки гадюки распустил свои. А я с хачами ебусь.
Нет, давай, нет, правильно. Какую-то другую песню. Мы с хачами не ебемся, ебаться не хотим. Осуждаю. Но тут осуждаем, реально, да. Осуждаю, Люду, ужасно. Люду обидит. Вот и Людочка наша любимая пришла. Красавица наша. Комсомолочка. Вот. Чуть коленную чашечку я еще не вырвал. Да-да-да, красавица да. наша, комсомолочка. Да, Люда, сейчас шампанское налью. Грустная опять. Опять, да. Черт. Раздосадована. Все, наливая шампанского. Комсомолочка. Комсомолочка. Санточка! Ваня долго бокалы наливает. Ну, чтобы одинаково было. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу. Охуенный стрим. Люда дышит. Люда дышит, да. Люда дышит. Кадр Люда дышит. На парик сейчас поставлю. А, комиссар с песни «Ты уйдешь», Люда, тебе посвящается. Бля, ну у нее вообще депрессия. Грустно как-то. Аня, Анечка, Анюта. Вообще какая-то нарезка грустная. Мало что происходит, они просто грустят, сидят. Я надеюсь, она разгонится. А, Таня, я думала, Аня. Давай я тебе долью. Ну, они, видишь, пишут, что я тебя пожалел. Вот, давай я тебе долью. Там нет, там Аня, Анечка, Анюта была. Чё, где? Песня только что играла. Не надо было ничего. Опять щипки были, да. Очень грустно теперь. Ну столько треков, конечно, блядь, плакала. Сейчас я вообще будет рыдать. Да знаю, мне насрать, хейтер или не хейтер. Если деньги платят, все, Люда. Вот просто смирись пока. Я тебе объясняю, деньги смирись платят, пока. Все. Потерпи, потерпи, надо потерпеть. Потерпи, что не потерпите? Потерпи, держи. Жестин, конечно, сообщение в интернете его близко к сердцу воспринимает максимально. Да. Договорились. Я сразу ухожу и хорошо, все. Терпи, да, надо потерпеть. А, хейтер, ну чатик-то позитивный. Да, стопарик, все, ты пришел. Чатик, все хорошо, все позитивный. Вот, Людочка. Сердитая опять. Я как мне Шопари не ответил? Зачем ему эта Броуди нужна, блядь? Это доска, блядь, плоская, блядь, фотомодель. Для чего? Я понимаю Мунштук. Ну это там хуйплётка, которая пиарится. Ты мне скажи, что баб мало у тебя? Плоскодонка, блядь, которую, блядь, Люда, никто замуж не берет. Мам, подожди, потерпи. Я, блядь, фотомодель ёбаная. Ни рожи, ни кожи, блядь. Замуж никто не берет. Гулять с ней гуляет. Ебут, блядь, ее. А никто это замуж-то не берет, блядь. Потерпи. Может, она не берется. У нас комиссара бан прилетел. И сейчас стрим продолжится. Да, ребят, сейчас подождем. Игривая резко стала. Да, он откуда знал, сейчас понимает. Мы раньше, помнишь, сколько раз этого комиссара ставили, Люд? Мы танцевали под него, помнишь, сколько раз? И ничего, все было хорошо. Да, а сейчас да, вот, да. Видишь, бывает... Нет. Вот твои друзья. Я тебе... Да, блин, ты ничего, издеваешься? Сейчас они всю поли... Вот, все, мы вернулись в эфир. Ребят, все, все хорошо, все нормально. С Людочкой мы все помирились. Ой, Ванечка Ромашка нам. Подсос тоже, Анна Броуди. Ой, звезда заказала. Подсос, Ванечка, поцелуй мой пальчик, блядь. Подсос, о, блядь. О, нет. Как ты хорошо он... спел. Блин, всегда такой грязный. Спел со Анной Броуди, Ванечка Ромашка. Где она им ковыряет? Я теперь поняла. Подсос. А, чё, еще облизывает. Подсос. Я Людочка, все читала. Подсос. А я все читала, как они воркуют, как голубки. У меня тоже пальчика нет, пальчик, ребят. Да, да, факты, тоже. Факты, факты. И у меня. Видите? Ромашка. Купаться на пляже. Мы все из одного клана ассасинов. Очень ошалевшая. Бывает такое в Симсе? Никто тебя не продал. Там две бутылки шампанского. Стопор 7000 задонатил, и ты модельке этим дал. Продал. Свой сын продал мать за две бутылки. У них папа умер.
Чё? У них папа умер, потому что лестницу из бассейна убрали. Да, походу. Ну, если по этой нарезке судить, то да. То да. Терплю, терплю, всё, терплю. Все, договорились. Терплю, терплю, один стрим, терплю, потерпи, терплю, пожалуйста. Все. Ну, мы давай, договорились. 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 Блять, мы, короче, когда будем с ним сыграть, Ань, мы сделаем Кобзавра маленьким и Люду с отцом молодыми. И потом уберем лестницу с бассейна. Не, мы не будем убирать, мы что, жестокие? Что-то забагает там в игре, поломается, что-то исчезнет нечаянно. Что-то не заметим там. Вдруг. И все. Она придет на стрим, да, и все, да, это вроде, да, все. Да, договорились, все. Что но я ты... сразу ухожу, все. Все, ну ты все, сидел договор. Тихо, и мы нормально ведем стрим, добрый, все, без ругани. Тут три раза все. Не моя, зараза. Без ругани, без вот этого вот хейта. Сестры, блядь, там это ебать, не моя зараза, там, блядь, на кого упадет, тот, блядь, помрет, нахуй, там, туда-сюда. Мирно, что ты не желала? Бро. Все заклинания советские сейчас вспомнят. Ой, ага. Чтоб тебе это все вернулось, это же монета. Бумерангом, чтоб тебе вернулось. Дай бог, я в ладоши хлопаю, чтоб ты на своей... Я так и не понимаю, кстати, в какого бога она верит? В ждуна. Курь это испытала. Друг. Это она сейчас к ждуну обращается? Ну, наверное, да. А Иисус для нее кто? Игрушка какая-то? Шутка? Шутка. А на шампанское донатили или нет? Опять этот грязь. Почему у нее такие пальцы грязные? И почему они похожи на палец на ноге? Какая-то странность. Друг, лучше задонатить. Потому что тараканов дали. Вкусно. Ну, как будто вот, блядь, я не знаю даже, с чем сравнить. Если мы будем шампанское пить, лучше на пиво сейчас. Тараканов давят пальцами. Да, Артём, блин, ну чё, кушай? Ну я, что ли, блин, вот это вот, бля, пальцы свои форчмачу, она же, я что, блин, ну чё я-то? Как раз топарик задонать на пиво, и мы Люду, ну, почему на 30? Давай на 20 минут люди дадим отдышаться, может, передохнуть. Правильно, правильно, ей не помешает. А мы пока пиво попьём, может быть. И как раз Люда вернётся, и мы шампанское у Нельмы откроем. Куда я ухожу? У Нельма! У Нельма! Моя любимая девочка. Ну, всё, ну куда как делать? Мне еще тебя умолять? Ну пожалуйста! Ну я уже не знаю, как тебя просить уже! Ну как тебя? Ты, тебе на все плевать! Мама, а ну останови! Ну что ты не останавливаешь? Ну пожалуйста! Ладно, если я согрешила, полечился. Бог меня простит. Бог так, меня так. Простит. Если она согрешила, Бог ей простит. Да. Схуяли вообще вопрос. Она там вообще с Богом на коротком, блядь, созвоне где-то. Дорится. Почитай анекдот. Я пойду отдохну немножко. Не отдохну, прогуляюсь. Да, прогуляйся, Лёш. Прогуляйся. До кухни тараканов подавит. Даже как-то свежее стало, да. Я сейчас даже окно открою. Мальчишки на заборе и на меня. Что это? Что происходит? Окошко открыл на Кузнецова 3А. Бля, им, кстати, охуенно. Сейчас будет гореть холодно. Он может как-нибудь прикольно расположить камеру, чтобы сзади был вид в окне. Все равно все знают, где они живут. Да. И там будет что-нибудь сзади в окне происходить. Да зачем? Они нормально сидят на хромакее. Не, ну так сзади там подписчики бы собирались в окне, что-нибудь делали бы по-любому. Не, они на высоком этаже живут. Блядь. Буду изгонять. Господи, источники начала своего добра. Вот, видишь, Дуна. Да, да. Работает проклятие. Матерь сына твоего сделай, чтобы прекрасили всех причистить и уморить. Мы с уверенностью поднялись на эту святую гору, которой есть Христос, живущий и правящий вместе с тобой. Это на кого она читает? Помоги, раби Божий. На Броуди? Ну, наверное. Изыди. Бля, ну я бы на месте изыди, Броуди сатана. Бы напрягся. Изыди, сатана. Все это бумерангом вернулось. Я правильно понимаю, что она испанского ждуна какого-то взяла в руку и Иисуса Христа и скомбинировала все это? Да это не испанский ждун, это русский ждун. Русский ждун? Ну, конечно, потому что как на испанском ждуне будет по-русски написано? Ну, кто такой этот ждун? Я не понимаю, где он? В христианстве или где этот ждун, блядь? Вот этого мы не знаем. Или это католический ждун, блядь? Что это за ждун? Может, тут христианство с католизмом? А может католизм? Вообще, да, тут вообще непонятно ничего. Изыди, сатана. Это мега-коллаб ждуна Иисуса. Прости меня, Господи. Сделай так, чтобы история умалчивает, да? Вернулась бумерангом. Я буду очень рада. Сделай для меня, Господи, сделай. Она, прикинь, вот сейчас чем занимается-то? Она заставляет Иисуса убить ее. Почему? Ну или что она там делает? Убить Анну Броуди, да. Да, Иисуса заставляет. Иисус, убей ее, Иисус, Иисус. Вот она как будто, блядь, я не знаю, гильдия убийц, нахуй, The Elder Scrolls. Что за хуйня? И, пожалуйста, бумерангом, чтобы не все вернулось. Только молится не Богу злому. Ребят, громкость максимальная. Не налазит крестик. Глаза блестели, как агаты. Играла кровь.
ждун, говорят, такого же цвета, как и папа после бассейна. Ужас! Ужас! Мама! Мама. Я гуглил, это испанская Мадонна. Ну это, скорее всего, что-нибудь католическое что-нибудь. И, ну, блин. Петя, потерпи. Ладно, хорошо. Я тебе обещаю. Ладно. Если ей какой-нибудь египетский артефакт дать, ебать, мне кажется, она уверует там в мумии, во всякую хуйню будет вообще там этих, как жуков-скарабеев насылать. Слышишь? Зомби. Все, мама, зомби. Все. Один стрим. Все, ладно, иди уходи, отдыхай, все. Ты не можешь работать. Ты мне не держишь слово. Посмотрим. Факт. Так, ну что, сколько у нас... Согласна с Габзавром? Грустная теперь опять она просто. Смотрит, ничего себе. После такой информации. Не, по-моему, очень грустная. 320 человек пришли смотреть наш стрим, не спится. Все, Людочка, держи тебе. Попить. Кстати, Люд, на удивление, хорошее пиво. Свежее, видимо. Это ты в спаре брала, нет? Спар есть у них? Вау, хочешь спар? Два, да, вот, хочу, обожаю пять. Спар. Что бы ты сделала в спаре? Роллы. Роллы? Да. Блин. В спаре вкусно. 7 клипов выступали. Там хоть роллы на 90% вот. Из риса состоят, но все равно они вкусные. Но они хорошие, да. Но они недорогие там вроде. Да. Так. Людмила не вонючка. Людмила только мылась вчера. Людмила очень чистая, от нее не воняет. Да, Люда? Людмила только мылась вчера. Каждый день моется, между прочим. Она очень чистая, очень опрятная. Очень... Уверенная. Ну-ка. Хороший дом. Знаешь, честно, мне на это... По-моему, она тут типа балдежная сейчас. Балдежная. Ромашка, вот тебе, блядь. Все, у тебя модерки, все. Да, Серег, ты заметил, сейчас у нее там трусики? Ну, приятно тебе это. Воспоминаний приятных тебе. Я счастливая. Трусики были не свежие. А меня ты забудь. Я хочу, чтобы ты Ромашку вот сейчас забанил. Ромашку вот этого вот, Ванечка. Да, Ванечка, ну, в общем... Все. Тебе надо с Людой не помириться. Надо, не надо, не надо. Давай после стрима в понедельник, нет. Вторник созвонимся, убирай, с Людой тебя помирим и вернем тебе модерку. Но знаю, пока, видишь, Люда, блядь, тебя симпатия. Они же до сих пор со звонками берут модераторов. Не обижайся. Это временно, потом тебе все вернем. Хуй тебе временно. Вот тебе. Хуй тебе временно. Все, спасибо. Разъебало. Получил. А нервный срыв когда намечается? Точно, да, уже был. А, да? Да. Что, блин, там такая подготовка была. Не переживай. Понедельник, вторник созвонимся, по ВК с Людой поболтаешь, объяснишь всю ситуацию, и модельку тебе бесплатно вернем. Ворона москвичка! Спеть вот. Вдохновленная. А у меня сразу настроение поднялось, да. Потому что предатели не любят ни враги. Бля, мне что-то реально, да, ну, мне кажется, с менталочкой. Ну да, сколько понятно. Сколько раз у нее настроение меняется? Это ж причем кардинально. Прям слезы. Веселая. Орет. Не, ну биполярка, она эпизодами там в месяца выливается, на смена настроения. А тут типа за в течение стрима столько. Бам, вау, вау, а вау, что вау, тогда? Вау. Не знаю, что, если не биполярка? Какая-то хуй знает, истеричка какая-то. Как это? Расстройство личности, наверное, какое-нибудь. Еще хуйня какая-то. ПРЛ, блядь, я не знаю. Ну, да, да, вот ПРЛ какой-нибудь. Не это, не там, не сям. Они мечутся между это, хотят и там быть. Хотят и тут как быть, ей это все. И вот это Ванечка-Ромашка получил по заслугам. Тук выбрала клип. Сейчас, ребята, и того, значит, у Стопарика останется еще 5 клипов. Я записываю. Стопарика еще 5 клипов. Напугала тебя, падла, блядь. Убежала, сука, сука. Боже. Накажи бумерангом, чтоб вернулась. Блядь, как она с богами общается, вот на ты просто. Она как будто с ними в баре сидит и такая, ебать, меня обидели, можете, пожалуйста, вот этому понос ебануть? А вот этому, пожалуйста, чтобы вот такая шишка манду порвала, блядь. А вот ту нахуй вообще там, блядь, и чтоб исчезла она. Смерть. Смерть. Иисус все это слушает, думает, да блядь, сколько обрубите линию ко мне в кабинет, заебало, я не убийца.
платье той же монеты. Той же монеты. Расстрелять тараканов. Расстрелять броуди. О, началось. Из гаубицы, блядь. Я так рада. Наконец-то, убийство. Но. Похоже, музыка теперь не закончена. Игривость пошла. Ага. Блядь. Девочка с персиками, ребят. Бля, круто. Бабушка с персиками. своровал мою шутку, Егор. Одновременно бомбанули. Да. Блин. Вдохновленная. Эдит пошел. Инцестница с персиками. Ворона, москвичка. Собачий вальс у нас вне закона. Не, мы его не ставим. Стопор, как я тебе верю? А, собачий вальс у нас вне закона. Вот я тебе могу в глаза смотреть и тут же врать тебе в жопу. Действительно, врать. Врать тебе в жопу? Да. Врать. Врать в жопу. Верь мне, верь. И тут же все вот... Не надо мне брать мою жопу, бля, ребят. Так вот как геморрой образуется. Когда много врут жопу. Да. Жопу. А туда этот бубл гум, блядь, вылазит. Как его там, блядь? Гублер. Гублер. Это был Юрий Лоза с песней «Мой плов». Ла-л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 а. Он с топариком уже поет. Топарик, а ты что употребляешь? Мы сегодня слюда пиво и шампанское. А что ты пьешь сегодня в эту прекрасную... Ночь. Мочу ослину. Шутит. Что там было? Навык комедии. Мочу ослину. Да, просто или что-то написано. А вот Людмила еще лучше осваивает навык. И теперь может без подготовки читать анекдоты. И вот действительно, вот ля-ля-ля-ля-ля. Максимальный уровень навыка. Людмила осваивает навык комедии. Ну, конечно, не кефир ссаный, как Люда. Просто воду, фильтрованную воду. Что это? Я пью самый дорогой коньяк в мире, кто-то говорит. Мунштук. Сегодня в Москву записывается. Все это записывается. Возбужденная. А ты сейчас смеешься без бабля. Шага, марш отсюда. Ать-два. Уё, пока тебя не вынесли, блядь. Не похоже на возбуждение пока. Собака, поэтому... Какая-то горечь, обида и безысходность я в этом вижу. А тебя бы укусила с удовольствием. Знаешь, я бы такое наслаждение получила. А давай с тобой это, как это, на кулачках подерёмся. Это как это? Ну, как бабы дерутся. Ох, я бы удовольствие получила. Как бабы дерутся? Кто? Молодой. Нет. Да. Бокс. Представляешь, броуди и... Это Людмурик. Людмурик, да? Представляешь, одна фотомодель, а другая блогерша. Бокс, раунд, блядь. Людмила блогерша, нихуя себе, она думает, что она стример, блогерша. Кстати. Она стримерша, да. Да, она знает, интересно, что она стримерша. Нет, она думает, что она блогерша. А-а-а. Блядь, тут же обосралась, блядь, сразу там у нее. Все, обоссалась даже. А Людмурик на ней скачет, как наездница. Ну, возбужденная. На Броуди, конечно, скачет. Скачет на Ауди Броуди. Бокс там это, все. Анночка и Людочка, помиритесь, уже мои хорошие девочки. Нет. Одна фотомодель и бабушка. Да. Я боксирую тебя, а ты обоссалась от страха. Я тебя как наездница на тебе держу, блин, и так боксирую, как гружу. А ты, блядь, Нихуя себе! Жестко! Жестко она размечталась! Чё-то страшно уже даже. Ты не ожидала, а я как наездница на тебе сижу. Я ж наездница, бабушка наездница, представляешь? А ты так не можешь, Анна Броуди? Я наездница, еще в своих годах я еще наездница. Позавидовать мне можно. Думает. Ты знаешь, если у меня одна проблема, только я на женщин не заглядываюсь.
Я только на мужчин заглядываю. Вот одна проблема. На тебя у меня не стоит, извини. Не в моем ты вкусе. Но она сегодня угрожает всякими расправами все время. Люда, а может быть ты скрытая лесбиянка? Кто тебя знает? Может ты от любви до ненависти один шаг? Может ты любишь Анну Броуди, поэтому ты к ней испытываешь какие-то сексуальные чувства? Нет. Я как мужчина со стороны смотрю, и она... Ну, она умеет быть мужчиной, видимо. Да-да-да. Как мужчина она смотрит со стороны. Мы как не лесбиянка. Знаем. Какой-то секретик она скрывает, видимо. Я даже не посмотрела бы, как мужчина. Вот я взглядом, я всегда девушек смотрю, как вот мужчина со стороны. Я ни хрена бы не посмотрела бы. Женщина мне не интересна, мне только мужчина интересна в плане секса. Вот. Позавидуй мне, я еще наездница, ого-го. Еще в мои года еще почти. Она как мужчина, короче, оценивает, типа, ну не, вообще я бы не засмотрелась. А как женщина, я бы наездница, я бы как залезла на тебя сейчас, блин, а ты бы как обоссалась, блин. Поискать такую наездницу. Как женщина, сразу куча фантазий лезет в голову. Бабушка-наездница, да. Люда еще всем фору даст, да, Люда? Да. Цветы-клопы. Она еще такое любит пописать, да, она там что-то не любит, любит, чтобы шишка вот такая манду рвала. Че она там только сегодня не сказала? Да. Внимание. Бедный жучок. Сейчас подождите. Мне такая улетная прическа, милирование. Уматная. Милирование. Темные пряди, да, вот темные. Да, пряди заебись. А это вот у меня вот... Это пряди называется? Не знаю, башка просто темная. Белые пряди, милирование. Ну, вот. Я же сегодня вымыла волосы, все равно под парик одела. Они у меня пыль. Заметили вообще во всех нарезках, как будто... Я всегда думаю, что это монтажеры делают. Ага. Но я заметил, что это в каждой нарезке. Вот она, например, говорит милирование, но она говорит и так. Милирование. Нет, это монтажеры делают. Все? Ну да. Типа милирование. И все монтажеры эту фишку исполняют? Нет, она первый раз про милирование говорит. Нет, это не поняла. Типа, ну, из милирования слово становится мили, и потом... Ну, типа, ну, это делал, ну, видно, на монтаже сделали. Ну, так в каждой нарезке такое есть с ее какой-нибудь фразой. Как будто или все подхватили, или у меня же шиза все время какая-то, блядь. А вдруг отец Габзавра не утонул? Утонул, не волнуйтесь, ребята. Может быть, все известно. Может быть, он просто нырнул и уплыл, а где-нибудь в другом месте вынырнул. Да, и сбежал. Такое может быть. Что это у меня тут? Это мем. Вот так ее. О, Людмила, шишка. Опухоль мозга. Ой, болит. Больно дотрагиваться. Это опухоль мозга. А чё как это? У Виталика. Блядь. А что это как говорит? Как вот сзади, хочу еще показать. Как вот у меня сзади. Вот, Дима Билан у нее сзади есть, смотри. Вот, сзади. Видно там? Сзади. Дима Билан. Блядь, вот. Сзади ужасно сделано. Я так и хотела. У меня уже жопа устала сидеть 3 часа. Вот какой человек... 3 часа, ребят, уже сижу. 3. Выдержит 3 часа. Да, 3 часа. Сегодня будем стримить 6 часов, все, ребят. Сидеть. Дрон, пусть тогда... Просто на 2 надо умножать. Все, Люда, все, больше не будет бока бомбить, все. Растут пивко на кону. Все, Люда, пивко на кону, не бомбить. Анекдот. Хорошо. Пивко, ты... давай, нет. Стопарик, все. Я все, я рот заткну, все. Только ты мне скажи... Чем она тебе там, ну как, достала, как мужчина? Чё у неё, рот хорошо, хуй вылазит в рот? Так, вот так. Мне просто интересно. Стоп, всё, Люда не бомбит. Я всё, понимаю. Люда, всё, просто мне её щипнул родители опять. Помогали. Да. Когда на меня мафия напала в Японии. Пожалуйста, на меня тоже мафия напала, да, вот в Турции, да. А мне жучок помог. Про какую постель там говоришь или что? Мне мафия напала, турецкая там вот. Я тебе могу скинуть этих турок. Андрей, тогда каждый тост... От Люды за Анну, согласен? Нахуй мафиозиям турецким она нужна. Один пока клип чат выбирает. Или все клипы, все 3 клипа чат выбирает. Она шутит. Игривая. Так. Напиши, пожалуйста, стопарик. Все клипы чат. Она сигму пытается делать. Или только первый клип чат выбирает, остальные кто-нибудь другой.
На-на-на-на-на, чтобы она обосралась. Тост у меня это созрел, чтобы она обосралась. Ну, чтобы кишечник прочислился. Люда, мне кошечки нравятся на заднем фоне, я красивые. Я не собираюсь сказать. Mm-hmm. За Анну Броуди и за стопарика чин-чин. Чтоб продрессалась хорошо. У нее, чтобы кишечник очистился. Вот за это выпьем. Хуенно. А как стопарик ты... Удовлетворилась я немножечко, ага. Улыбочка пробежала. К Ксаноксу относишься. Люда, ты угаешься на Анну, а она сейчас в детдом поехала на Урал. Бездетная. Спасибо, стопарь, что ты сказал. Значит, она бездетная. Поэтому она замуж никто не берет, что она это бездетная. Ой. Я теперь поняла. Спасибо, стопарь. Спасибо. Ну, фотомодели, все, ну, понятно, это же заниматься сексом. Ой. Надо все это все. А может, что-то про детей? Жизнь она мечтает. А, стопарик, может, тогда турбопушку, там рейв дети называется группа. Мы тебе далеко, желаем далеко на севере хороших детей. Случилось. Чтобы хороших тебя... детей. Ага. Были хорошие дети. И с лопатой стояли рядом. Ты что такое говоришь? Да нет. Что? Я не понял, ты поняла? Нет, не поняла. Еще раз. Чтобы мы стояли с лопатой рядом, она сказала. Были хорошие дети. И с лопатой стояли рядом. Ты что такое говоришь? Да нет. Не ты понял. Не поняла, да. Честный человек. Типа дети нищие будут копать. Что это значит? Все равно не понял. Что копать, нахуя? Не знаю. И при чем тут нищие? Баня, сука, где бабки? Ты что такое? Что-то не уловил я. Дети будут хорошими, добрыми, честными. Нет. У меня дети с лопатой будут надо мной стоять. Не говори, гопсы. А, типа у него дети будут с лопатой над ним стоять, она говорит. Закопал. Анна, а как ты вернулась? Ты же уехала детям в детский дом помогать. Дедушка! Как ты вернулась так быстро, блин? Ну, надо написать. Телефоны существуют, Людмил. Мама, да. Пусть мама придет. Пусть мама меня не непременно найдет клипы ЛДЖ. Куля не отправит парики, потому что это как это... Как сказать, парики? А мы не спали, не спрос. Нет, это, как сказать, это вот, знаешь, только для одного вида, понимаешь? Это вот несовместимо, что другой может заразиться, вот это все. Про что? Я вообще перестал понимать, что они говорят. Да-да-да, что-то она какую-то ересь несет. Я вообще ничего не понимаю. А разве ты не знала, что это вот это индивидуальное, понимаешь, парики? А ты фотомодель и даже не знала. Ты, наверное, своими ногтями делишься, да, там, волосами делишься. Ты разве не знала? А, париком, говорит, заразиться можно. Индивидуально. И поэтому у нее свои парики, я понял. Это единственное, как что, это не... А чем можно заразиться от парика? Ну, она даже Кузьме парик не подарила, блядь. Вера хочу, блядь. Лишаем, да? Да. Не передается. От Людмилы, да. Я помогаю. От Людмилы можно страстью к майонезу заразиться через парик. И таким, который бегает наверху. Я на улице помогаю. И кошкам, и собакам, и детям помогаю, которые бегают. И детям помогают, я ничего себе. Я уличным детям. Это парики, это уличным детям помогаю. Вещь. Так как и презервативы, Анна Броу, ты не знала? Или ты можешь презервативами делиться со всеми, да? Терми мужиками, ты ебалась. Да, ты дрон, с презервативами или нет? Саш, это презервативы это стопорил, индивидуально. Стопорил, или без резинок ты трахалась? Мне вот Люда, интересно. Тихо. А стопор тебя подобрал. Ты еще... Все ей интересно, как Анна Брауди там трахается с кем. Да-да-да. Все у нее фантазии на нее. Пятки должна целовать. Пятки должна целовать. Подняк. Я твои трусы ножницами разрежу и на заборе повешу. И напишу Б, Р, О, Д, И. Броди. Да, Броди. Броди. Я с кочами, ага. В жизни не трахал с кочами. Андрей, проебал где-то по пути. Я, во-первых, тогда не говорил ни про каких хачей. Люда трахала с тобой. Блядь, осуждаю. Он мне был как отец. Он был мне как второй отец. То есть он не был как отец, нормальный мужик. И если она трахалась с моим отцом, то это нормально.
А он не был хачом, он был белым мужиком. Осуждаю. Никто не нравился, это все не было. Ты видела? Все. Тебя еще это не было вообще. Это, скиньте кавказцам эти моменты. Было, когда я трахалась. Ты еще малолетка была, блядь. Люда! Люда! Мама! Ты еще малолетка была, когда я трахалась. О. Мой бэм из... Нормально. Красиво, кстати, сделано. Да-да, неплохо, неплохо. Да не, смерть бы ее не забрала, хуйня. Конец игры. Думаете, это все? Не знаю. Нет, не все. Все, боже, спасибо. Ну, честь матери сына твоего сделай, чтобы при верности поднялись на эту святую гору, которая есть. Я действительно перекрещусь, чтобы... Люда! Люда! Анна, стоп! Проснись! А ты-то кто, всё, блядь? Тихо. Андрей, почему ты ради меня? Я тебя родила на свет. Почему ты не уберешь эту мразь, которая оскорбляет меня, твою мать? А ты все это терпишь? Да, да, да. Ну почему? Пожалуйста, ну я тебя умоляю. Ну все, ну хватит, останови. Я сказал нет, пока. Потерпи до следующего стрима. В следующую субботу все ты решать будешь. Потерпи, просто потерпи. Давай убей меня. Нахуй. Да я тебя не собираюсь убивать. Давай убей меня. Что ты лизала там, ты говорила, у стопоря? И письку лизала. По традиции поблагодарим. Это как это рандом начался. Все, тишина. Рот на замок. Все, тишина. Полейте, берегите себя и своих близких. Вот. Добра вам, мира. И позитива. Сцена после титров, как с Джеки Чаном была, я понял. Ну нормально, нормально. Чуть-чуть растянуто как-то. Но в целом заебейся, заебейся. Конечно, да, Траволты и Никита Марко. Ух, ну блин, или для Вежливого Лося. Блин, запомнилась мне вот она резко. Да, она со смешными моментами. Да, 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 нормально. Ну, мне кажется, минут на 20 было бы вообще крутая нарезка.